смотрите, дом на доме. Детям вообще некуда выйти. Жители дома по улице Гамидова собрались сегодня, чтобы выразить свой протест. Говорят, крик души и одновременно мольба о помощи. Дело в том, что жильцы этих многоквартирных домов могут лишиться двора. Собственники, увидев, что освободили территорию, они понимали, скорее всего, что здесь будет происходить. Начали оградительные работы, не имея никаких документов на это. Вы сами видите, здесь ни дороги, ни пешехода, ни площадки, ничего нету. Огромный двор, непонятные застройки, земли распроданы. Не знаем, как здесь быть еще. Еще в 1996 году администрация Махачкалы так отмежевала территорию, что в итоге два участка здесь оказались в частной собственности. В этом году двор даже планировали благоустроить. Он был включен в программу «Комфортная городская среда». Но ввиду того, что землей владеет не муниципалитет, работы не провели. Схему дали, что здесь будет двор, здесь будут детские площадки и стоянка для машин. Спасибо, люди только спасибо скажут за это. Потом взяли, сорвали все. Через некоторое время приезжают люди, пробурили дырки и все. А теперь мы узнаем, что здесь будут дома. Жители намерены отстаивать собственный двор. В этом содействовать им обещают и нынешние городские власти. Они признают, земельные проблемы в Махачкале стоят остро. В мэрии говорят, они планомерно проводят работы по возврату незаконно переданных в частную собственность участков. Мэрия Махачкалы обязательно будет разбираться в этом направлении. Кроме того, по мэриям города очень много земельных участков возвращены в муниципальную собственность благодаря земельному контролю и работе, проведенной ими. И в этом направлении тоже будет работа продолжена по возврату данного земельного участка в муниципальную собственность. Еще одна проблема, которая волнует здешних жильцов, это нерабочий лифт. Его приостановили ввиду неисправности, устарел. Главный вопрос – сколько ждать установки нового? Так инвалиду первой группы Сакинат Магомедовой приходится пешком подниматься на 11 этаж. У меня двое детей, как бы я одна воспитываю двоих детей тоже, поэтому для меня это нелегко. Ладно, у меня рук нету, моим детям приходится таскать пакеты, сумки на 11 этаж. Помимо меня у нас еще есть взрослые больные люди, которые не могут спускаться. Мы обратились в ответственные структуры, там обещают установить здесь новый лифт, однако жильцам все же немного подождать придется. Мы постараемся включить их в краткосрочный план на капитальный ремонт, дабы в 2022 году уже им заменить на полноценный лифт, чтобы они могли пользоваться. Фатима Тханапова, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала.